Thank you.
Друзья, вот такая вот столешница для сверлильного сегодня у меня получилась. Считай большим плюсом это то, что можно сверлить огромное количество деталей под один размер. Я уже привел пример, взял вот такие кубики с угла, просверлил, и у меня, когда соединил, все грани совпали. Что касается самой столешницы, снизу закрепил на два винта барашка, чтобы столешница могла двигаться. Для чего это нужно? Когда нам нужно отрегулировать высоту подъема или опускания, мы столешницу двигаем на себя и регулируем высоту. Когда все настроили, опять столешницу сдвигаем, подтягиваем, все, можно работать. А расстояние от сверла до упора у меня составляет 60 мм. Но опять же, можно вот здесь сзади короночкой сделать небольшой вырез и можно добиться 80 мм. Мне этого вполне достаточно. Т-треки можно упростить. Есть у меня вот такая... фреза покупал на Алиэкспрессе, то есть можно было бы ей пройти и уже не использовать Т-треки. Гайки использовал тоже, как видели, напечатал на 3D принтере. Но опять можно сделать самому. Делал я вот такие, не составит никакого труда. Также понравилась вот эта конструкция. То есть мы посверлили, сдвинули на 2-3 мм, снова сверлим. То есть у нас постоянно получается ровная поверхность. Затем мы можем либо перевернуть, работать этой стороной, либо отторцевать и уже дальше ей работать. Ну а на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!